На сборе 42 человека отсутствуют дуэты из «Основы». Ярославский «Шинник», начавший первый предсезонный сбор на базе в Белкино, работает в двухразовом режиме двумя разными группами. Кого сейчас просматривает Александр Побегалов и может ли вернуться в черно-синий стан Сергей Самодин, узнавал Сергей Курицын. То некоторые так, по принципу, я тебе отдал, ты вылезай. Нет. Так мы будем терять мяч. Если мы будем друг для друга отдавать удобные передачи, значит мы будем его сохранять. Ярославский «Шинник» в эти дни разделен на две группы. В группе А занимается 14 человек. Костяк черно-синих, они уже готовятся к сезону. Группа Б разношерстная, и способности этих ребят в режиме боевого занятия тренерский штаб «Шинника» только начинает изучать. На бумаге Александр Побегалов знает про каждого практически все. Наводились справки, штудировались анкеты. Называет парней по имени и почти не ошибается, хотя кто-то из них выступал исключительно в ПФЛ. Есть свои воспитанники Битюжнов, Вовк, Айропетян. Есть и в недавнем прошлом футболисты Волгаря и даже волгоградского Ротора. Мы сразу пытаемся их в свою веру, в наши принципы организации игры, наши подходы, они, ну, может быть, чем-то в «Шиннике» и отличаются, но, в принципе, они строятся на понимании современных тенденций футбола. И чем быстрее мы друг друга начнем понимать, тем больше у ребят шансов проявить то, что мы хотим увидеть. Чтобы показать товар лицом, у потенциальных новичков «Шинника» есть неделя. Дальше начнутся расставания. 42 человека на сборе – это все-таки много. За своими клиентами из-за забора смотрят агенты. Пристроить молодого на первый контракт – определенный успех. 20-летний страж ворот Руслан Старцев родом из Москвы. В рамки почти летает, успевает что-то отвечать главному тренеру, язычно руководит обороной. Правда, называет всех исключительно «братан». Имен друг друга, находящиеся на просмотре, толком еще не запомнили. Позвонил главный тренер, пригласил на просмотр, я, конечно, сразу согласился здесь. Это огромный шаг. Даже просто провести это время здесь, там пока. А там возьмут, не возьмут, уже покажут мастерство и желание тренера, как он увидит, не увидит. За работой Руслана Старцева поглядывает и Александр Малышев. У него начался процесс перехода от карьеры игрока к карьере тренера. Больше, конечно, придется работать с «Основой», а там у «Шинника» возможны ощутимые изменения. Сейчас в Белкино отсутствуют Дмитрий Чистяков и Михаил Земсков. Футболисты рассматривают варианты продолжения карьеры. В то же время в расположение ярославцев вернулся Павел Диабальд. Полузащитник «Томи» готов подписать с черно-синими полноценный контракт. Ну и прояснилась ситуация с Сергеем Самодиным. Как заверил Александр Побегалов, его появление в «Шиннике» реально. Переговоры закончились, и теперь нападающий должен определиться сам. Сергей Курицын, Игорь Мосин, «Новости города».